Всем привет, друзья, с вами Алексей, приветствую вас на канале по заработку в интернете. Сегодня мы поговорим об airdrop Setnet, который я выкидывал на своем телеграм-канале еще раньше. Ну, сейчас найду Setnet. Setnet airdrop. Кто подписан на телеграм, ссылочка в описании, тот получил информацию еще 1 октября. Эта раздача считается на 25,5 долларов, а также 6,5 долларов за каждого реферала. Чтобы пройти airdrop, ссылка будет под видео в описании. Вам нужно сначала нажать старт в боте, потом посетить сайт капчи, пройти там капчу, вернуться в бот, нажать чек. Присоединиться к аирдропу, и здесь вот обязательные задания, нужно их повыполнять. Значит, телеграм-канал и телеграм-группа, телеграм-канал рекламирующего спонсора, потом фолловите Facebook, Twitter рекламирующего спонсора в Твиттере, Instagram, YouTube и рекламирующего спонсора в YouTube также подписаться. Значит, после подписки на вот эти два твиттера вы указываете свой твиттер юзернейм, потом подписывайтесь на телеграм и даете телеграм юзернейм, подписывайтесь на YouTube, даете ссылку на ваш YouTube, подписывайтесь на Instagram и Facebook, нажимаете просто ОК. Я так подозреваю, что это делать даже не обязательно. Значит, скачиваете Tron Link Pro и создаете аккаунт. Вот единственное, что меня смущает, что я, похоже, свой кошелек взял не из Tron Link Pro. И сейчас я постараюсь это вот исправить прямо в режиме. Но потому что я указывал свой другой кошелек, который просто из Tron Link обычного. Ну, сейчас я постараюсь все это сделать. Я отправлю где-нибудь свой кошелек. Где-нибудь, где, в общем-то, могу. Сейчас посмотрю. Так, нажимаю Cancel. И сейчас меня, по идее, должно перебросить к перевыполнению аирдропа. И ссылочку на Tron Link, как его скачать, я вам оставлю именно на телефон. Так, нажимаю Join Airdrop. Тут все быстро, как видите. И вот сейчас я прямо повторю ввод данных. Так. Но немножечко подлагивает бот, согласен. И выводить, кстати, можно после приглашения. По-моему, если я не ошибаюсь, 4 рефералов. То есть, если у вас 4 реферала, вам должны уже дать вывести. Но я, к сожалению, почему-то у меня меньше рефералов. Я так подозреваю, что не все, кто я в канале опубликовал, не все сделали все задания. Потому что тут, видите, заданий не так мало. И так дальше, и тому подобное. Поэтому я думаю, что все-таки с этим связано. Так, даю свой адрес. Так. Нажимаю вывести. Что мне скажут на этот раз? Ну, не думаю, что дадут. Вряд ли. Но опять же, будете следить уже за новостями у меня в канале, потому что данный airdrop, ну, я постоянно мониторю, я никуда от него не деваюсь. Ну, как видите, что пока что вот подлагивает. Не будем, в общем, тратить время. Всем спасибо, кто посмотрел. Ребят, огромная просьба, подпишитесь на канал, смотрите о других раздачах. Я стараюсь как можно больше делать видео, насколько это успеваю, обновляю актуальность. Скоро уже пойдут видео по второму, по третьему кругу об аирдропах. И будем стараться вам это показать. Не забывайте полезные ссылочки под каждым видео. Вот под этим вы найдете точно такие же. Еще плюс одна. Я приглашаю всех вас вступить в Telegram. В Telegram-канал по трейдингу также. В Instagram, по второму YouTube по работе в телеге. Telegram с ботами для заработка в интернете. И еще тут добавится еще одна ссылочка. Вступите в airdrop Совет Finance, где я представитель русскоязычной группы, в общем, волонтер. И вот видите, в общем, мы пока что раскручиваемся. Проект интересный, о нем есть даже видео на канале. Поэтому я очень жду вас всех там.
И надеюсь, что мы с вами заработаем на этом проекте. На этом все, друзья. Поставьте лайк, если видео вам понравилось. Поставьте дизлайк, если видео не понравилось. Обязательно оставьте свое мнение в комментариях и пожелания насчет следующего видео. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего заработка с аэродропов. И всем пока.